Сегодня в Ноябрьске прошло заседание по реализации приоритетного национального проекта образования. Один из основных вопросов – обсуждение кандидатур из числа педагогов, которые смогут претендовать на получение денежной премии за внедрение в процесс обучения инновационных проектов и методических разработок. Соискателей в этом году 13, но до регионального отбора допущены лишь 10 человек. Такова квота. На сегодняшний день есть желающие среди педагогов системы образования города. Они представили свои материалы, наработки за предыдущие годы. Комиссия всю неделю работала с этими материалами, отбирала самых лучших. И мы сегодня собрались для того, чтобы подвести итоги и выстроить рейтинг наших педагогов, которые мы будем дальше представлять уже на уровне Ямало-Ненецкого автономного округа.